Ко Дню Победы отдельные категории граждан получат помощь. Максимальная сумма – 1800 рублей. Она положена инвалидам и участникам Великой Отечественной, тем, кто принимал участие в боевых действиях до 3 сентября 45-го. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 6 мая. В Беларуси в конце марта завершается срок подачи декларации о доходах. Ее можно предоставить в электронном или бумажном виде. В последнем случае возможен вариант через доверенное лицо или по почте. Ставка подоходного налога для физлиц – 13%. Исходя из этого рассчитывается сумма, которую необходимо выплачивать. В стране отменили запрет на вывоз медицинского и технического кислорода. Ограничения, напомним, ввели в октябре 2021 на 6 месяцев. Тогда было решено, экспортировать востребованный в пандемию товар можно только как гуманитарную помощь иностранным государствам. В ближайшие дни в Беларуси похолодает. Ночью температура может опуститься до минус 15. Днем не поднимется выше 6 тепла. Осадки не прогнозируются. Местами возможен туман. Погодные условия в республике будут формировать область повышенного давления. В Бобруйске задержали мужчину, в машине которого обнаружили лом без соответствующих документов. Житель Минской области привез металл в город для сдачи в пункт приема. Правоохранители изъяли груз на сумму более 500 рублей. Нарушитель привлечен к административной ответственности.